что ты пишешь, а лампа не горит? Нормально. А вот так бывает, когда не прислушаешься к песне инструктора по фитнесу. Вновь мотор мой застучал с перебоями. Что-то снова на заре неспокоен я. Вновь горит огнем душа, черти бесятся. Снова разум затымился черной плесенью. Чимбэшка, чимбэшка, чимбэшечка, ты не кеды для души и не чешечки. Ты, подруженька моя, очень скверная, нам с тобой не по пути, маловерная. Чимбэшка. А когда добегал я волком правильным по лугам да по лесадничкам, был упругим каждый шаг и хороший вот. Печень, печень, голова и опять нырок. Чимбэшка, чимбэшка, чимбэшечка, ты не кеды для души и не чешечки. Ты, подруженька моя, очень скверная, нам с тобой не по пути, маловерная. Мне б тебя бы победить, выжив в этот день, да себя не погубить, растворив как тень. Ничего, я соберусь, да взбодрюсь чайком, гордо ею причешусь и уйду рывком. Чимбэшка, чимбэшка, чимбэшечка, ты не кеды для души и не чешечки. Ты, подруженька моя, очень скверная, нам с тобой не по пути, маловерная. И вот чайку попил, стало намного лучше. Ну, как не бился, естественно. И вот что, вновь упруг мой каждый шаг и хороший рывок. Перепрыгнут мой давно 40-летний ров. Снова силы в лапах есть и хороший уклон. Снова другом моим стал позабытый гонг. Чимбэшка, чимбэшка, чимбэшечка, ты не кеды для души и не чешечки. Ты, подруженька моя, очень скверная, нам с тобой не по пути, маловерная. Ты, подруга бадуна. Что такое ЧМБ? ЧМБ, все, ну, когда я пел эту вещь, ну, своим друзьям, все они говорят, ГМБ, что ли, там, ЧМБ, это что-то за... Нет, нет, это всегда говорил, каждый знает последствия несколькодневного питья, когда ты... Ну, у меня сейчас, допустим, не хватает больше, чем на 2 дня состояния здоровья, а когда-то там, скажем, в 35-40 лет, ну, 5 дней, там, ну, с хорошим, блин, другом, или там, давно не виделись, понимаете. Так что такое ЧМБ? Чувство неминуемой беды. Кому это знакомо? Ну, знакомо. Мне говорили, я здесь про алкоголь больше рассуждаю. И слабые наркотические средства, скажем там. Немерено употребляемые в течение 5 дней, скажем. Вот. А я услышал, что ЧМБ, потом мне сказали, да что, ЧМБшка, назови ее ЧМБшка, эта песня. И так родился припев. Чувство неминуемой беды. Ну, мне сказали, что клерки среднего звена и высшего в Москве это знают прекрасно, это состояние.